Добрый день, управление ФСБ. На месте остаемся. Стоим на месте. Управление ФСБ. Объясните, пожалуйста, что хотите? Ну, в принципе, да. Что хотите? Лекарства. Так, а еще что? Ну, человек мне принес деньги. А за что деньги? Ну, работать я собирался. Вы задержаны при получении денежных средств. Скажите, посредник. В какой сумме? Ну, говорили о 3 миллионах, там ты он сказал 3 100. То есть данная сумма была заранее оговорена вами? Да. А поясните еще, пожалуйста, вы в какой. Вы где-то трудоустроены? Да, я работаю. А, кем? Адвокат. При вскрытии данного пакета обнаруживаются 4 пачки денежных средств, обертанные канцелярской резинкой.